7 апреля во Дворце спорта имени Али Алиева состоялся долгожданный масштабный городской ифтар. Перед разговением жители Каспийска послушали нашиды и насладились прекрасным чтением аятов из священного Корана от приглашенного гостя Джума Мубарака Хафиза из Египта. Перед началом самого ифтара поприветствовал присутствующих председатель собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов. Уважаемые гости и каспичане, да прыгает Всевышний все ваши посты, да прыгает Всевышний все ваши дела в этом месте, все благие дела, дела деяния, которые вы делаете. Поистине, вот такие мероприятия укрепляют нас, укрепляют наш дух, укрепляют наш иман и укрепляют наше единство. И чтобы каждый раз желает того же нам всем, чтобы каждый раз нас становилось все больше и больше. Вскоре организаторы мероприятия наградили депутата благодарственной грамоты за активное содействие в организации. Кроме того, на городском ифтаре также присутствовали почетные гости в лице заместителей главы города Даниила Капиева и Казбека Демирова. Вас поприветствует от имени главы городского округа город Каспийск Гонцова Бориса Ивановича. Пожелать всем, дай Аллах, чтобы все ваши молитвы, посты, благие деяния были приняты. Поблагодарить отдельно хотелось бы всех организаторов. Организаторами данного мероприятия выступили полпред муфтията Республики Дагестан по городам, председатель Совета имамов Каспийска, благотворительный фонд «Инсан» и многие другие. Стоит подчеркнуть и работу волонтеров из образовательных учреждений Каспийска. Завершилось мероприятие духовно-познавательной программой, чтением нашидов, выступлением известных богословов и спикеров, а также розыгрышем 3 путевок на Малый Хадж и других ценных призов. Асиято Малатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».